PowerTor. Действуй сейчас или никогда. Эй, всем привет, с вами Леха Попов, вы смотрите ПКФР ТВ. И сегодня я покажу вам 10 вариаций бэкфлипа, которые разнообразят вашу паркурную жизнь. Итак, погнали. Первая вариация – это X-Out. X-Out – это когда ты вылетаешь, делаешь вот так ногами и крутишь задку. Номер два у нас – это Russian Backflip. Задка козлом по-другому. Как делается задка козлом? На сальто назад мы махаем сюда, а на задке козлом мы машем в обратную сторону, а делаем все еще задку. Номер три у нас это сальто в складке, трипл. И чтобы сделать сальто в складке, вам нужно выпрыгнуть на сальто и сложиться в складку. Вот так. Номер 4 у нас это бланш. Бланш мы делаем таким образом. Вот так летим на сальто назад. Номер 5 это сальто назад с затягом. Как мы делаем затяг? Мы вот таким образом затягиваем, летим, выпрыгиваем на сальто, полетели, как будто бы уже летим отдыхать домой. Но нет, в последний момент мы хлоп, берем группировку и делаем сальто назад и благополучно приземляемся на ноги. Номер 6. Сальто назад рогаткой. Я, если честно, не знаю настоящего ее названия, ребята, но вы как считаете, на что она похожа? Для выполнения данного трюка вам требуется всего лишь навсего растопырить свою рогатку. Так, номер 7 – родео. Что нам нужно для выполнения родео? Нам нужно сделать сальто назад. В момент, когда мы вылетели, взять группировку и резко выдернуть назад, вот так прогнуться. Я вам сейчас покажу как. Так, номер 8 у нас сальто в разножке. Разножка – это вот такая штука, когда одной ногой вы через себя махаете, кого-то пинаете мяч, либо плохого парня позади себя. Обратите внимание, меня укусил комар в лоб. А теперь об этом забыли. Вариация номер 9 называется, я не знаю как, Skywalker. Вот так ты делаешь сальто назад и ногами вот так в воздухе делаешь. Номер 10. Гейнер. Гейнер это то же самое, что и сальто назад. Только когда делаешь сальто назад, летишь вперед. И все. Но попробовать стоит. Итак, это были мои 10 вариаций бэкфлипов. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если вам нравятся какие-то из этих вариаций, ставьте циферку в комментариях. Если вы знаете какие-то другие вариации бэкфлипов, то отмечайте меня в Инстаграме или присылайте мне в личку.
А с вами был, как обычно, я, Алексей Попов, и вы смотрели ПКФР ТВ, ваш любимый канал про паркур. А я вам желаю, ребята, всего доброго. Берегите себя и своих близких. Делайте 10 вариаций бэкфлипов. И до скорых встреч!